Добрый день, мои подписчики и гости моего канала. С вами я, Ирина, на канале «Вы жизнь в Чехии». Я приехала сегодня в Баяновы сады показать вам магнолия, как цветет. Вы видите? Вы видите, какое великолепие? Сад весь цветет, тут и вишни тебе, и яблоньки. Смотрите, она огромная. Она огромная, розовенькая. Отдыхают люди. Этот сад небольшой. В ночи красивый. А вот павлины. Вот павлинов хотела вам еще показать. Вот видите, отдыхают, в травке лежат. Не знаю. Эти без хвостиков девочки. Вот, смотрите, кустики такие цветущие, красивые. Может, нам посчастливится, и мы увидим павлина с хвостиком. Но тут что-то все делают. Вот он! Вы посмотрите! Вы видите? Вы видите? А, повернулся задом к нам. Барбос. А. Так, ну поворачивайся давай уже. Что ж ты? Отвернулся. Не хочет. Давай поворачивайся, что ты к нам попой. Да, любуются магнолии. Вот смотрите на этого красавца. Вы видите? О, еще там перекликаются. Видите, какая красота. Вот вам магнолия, вот вам павлин. Вот они еще лежат на травке, девочки, с маленькими хвостиками. Людей обойдем. Вот, смотрите. Много людей, потому что тут самое туристическое место. Это рядом с Пражским градом. Вон кусты цветут розовеньким. Сегодня выходной день. Да, тут на туристических местах, таких тропинках, всегда много людей. Отдыхают, гуляют, любуются. Птички, слышите, как поют? Сейчас там я еще вам покажу сакуру. Много людей пытаюсь не снимать прямо в лицо. Вот все белое. Вы видите, как в снегу. Вот такая красота у нас уже все цветет. Вот какая плакучая ива. Там пруд такой небольшой, но я уже посмотрела. Уточек там нету. О, павлинчики еще. Вот, смотрите, красным цветет дерево. Вот какая красота. Видите, красивая. Это магнолия огромная. Она уже цветает, кстати. Видите, сколько листиков на земле. Вот такая. Красота. Ну, вот так. Вот сейчас я покажу выход из этого парка. Кто не знает этот сад и будет в этих местах, заходите. Это так, небольшая улочка. Вы идете, идете. И тут раз, вход в сад. Видите, вот такая вот улочка. Вот и вход в этот сад. А мы пойдем с вами дальше, я вам еще кое-что покажу. Итак, друзья, мы с вами поднялись повыше по этой улочке. И здесь есть еще одно такое достопримечательное место. Это самая узкая улочка, она называется. Тут даже есть светофор. Сейчас мы пройдемся по ней. На самом деле это просто пожарный проем между двумя домами. Но вот видите, там светофор, горит зеленый свет. И мы сейчас пойдем. Просим. Светофор. Идемте. Вот так. Вот видите, тут не разминуться двоим.
поэтому висит светофор. Тут находится кафе прямо на берегу реки Волтавы. И открывается очень красивый вид на Карлов мост. Пардон, можно? Добрый день, я не дякую. Я розумію зараз, одну хвилину. Это ресторан, они говорят, видите, и надо тут заказывать столик. Но нам с вами не надо заказывать столик, потому как у меня очень мало времени. Вот я хотела вам показать, видите, это река Чертовка, это ресторанчик и вид на Карлов мост. Ну, вот так. Пошлите дальше. Ждем, когда загорится зеленый свет. Сейчас не можно идти. Вот зеленое светло. Зеленое светло. И мы пойдем. Еще идут люди оттуда. О, можно. Так, мы поднимаемся наверх. Вот с вами еще одна локация впереди. Так, обходим. А, даже две локации у нас еще интересные. Здесь вот тоже двор такой ресторанчиков. Здесь такие писающие мальчики. Как бы не знаю, почему, но они писают на карту Чехии. Я вам показывала же это место в коротеньких шортах. Есть у меня зимнее видео такое. Ну и все, и пойдем дальше. Там мы пройдем или нет? Сейчас посмотрю, я даже не знаю, выйдем ли мы через тут. Да, походу можно выйти, да. Сейчас посмотрим, или не можно, или можно. Нет, надо, наверное, будет обойти. Вот такой, видите, тут причал. Ага. Так, ну сейчас вон там, видите, Карлов мост. Чем зашла на какие-то задворки. Сейчас мы обойдем и зайдем вон оттуда. Итак, мы почти у цели. Эта набережная недавно отреставрирована. Ну как недавно? Может, года полтора. Вот так вот благородили, красиво сделали. Раньше тут просто вот такой вот спуск к воде и тропинка. А сейчас там такая прямо смотровая площадка. Это место тоже у меня уже попадалось там на ранних видео. Можете пересмотреть, если хотите. Здесь много лебедей, уточек и мои любимые бобры. Вон они вышли на бережок. Их кормят люди. Сейчас я вам покажу. Вот маленький. Тут их много. Лебедей сегодня что-то нету. Лебедей нету, зато есть бобры. Вы посмотрите на этого обжору. Видите? Видите? Вот он сидит, ест капустный лист. Маленький этот бобрик. Вот там мост, видите? Красота. Здесь бобрик. Мама, я снимаю тоже. Он красавец. Папа, где я? Да? Дети в восторге. Мама! Тут еще, смотрите, и маленькие, и большие. Видите? Видите, какие маленькие. А, вот. А, бананы. Банан ухватили и побежали. А, на них плывут. Вы видели красоту такую? Видели? Вот он. Живет он тут. Вот с таким пейзажем. С видом таким из окна. Вот видите, маленький. Ну как вам? И это центр Праги. Лебедей нету, куда-то уплыли. Но я тут вам когда-то показывала, на этом месте были лебеди с маленькими птенчиками, совсем маленькими.
Зато сегодня тут много бобров. Ну вот, такая красота. Любуйтесь. А я с вами прощаюсь на сегодня. Пока-пока, до новых встреч.